о туризме, о туристах или написанных туристами. Авторы как бы задают вопрос, а для чего люди идут в поход, что их туда гонят. Вот, и в тех нескольких песнях, которые сегодня мне удастся поделиться с вами, этот вопрос, наверное, вот разными авторами освещается. Начну с песни Анатолия Загота на стихи Семена Флейшмана. Написана она году в 67-м, если мне память не изменяет. Называется «Песня о песне». Кто за рублем, кто за невестой, кто просто так. А я вчера ходил за песней, какой чудак. А я вчера ходил за песней в далекий лес, где мокрый снег зимы предвестник валил с небес, где даже буб признаться честно, я промочил. Зато награду эту песню я получил. Ее сложил в один кудесник, живущий там, где на лету слагают песни и дарят нам. Когда расселись люди тесно в сыром дыму, она взлетела, эта песня, в ночную тьму. В ней диких стало пресный и смех, и снег, и птицы дружат с этой песней, и человек. Так не сидите, люди, в креслах, не хмурьте лбы, идите в лес, ищите песню, а не